3 августа, дубль 2. Идем вечером на адрес к сыну. Забрать его, то есть если получится. Хотя бы узнать, что там. И как. Уже звонит собака. Это Костя, за Ваней приехал. Будем звонить еще раз. Ты в этом соседке позвони. Вышли. Кто-то вышел. Да не знаю. Вам звонили. Мы звонили, да. Ну что, ладно. Ну, ничего, просто я не могла взять трубку. Да нет, ничего. Мы же вам еще можем звонить. Звоните, хорошо. Звоните. Да, все стучать? Ну, мы взяли там бананы, фрукты, банки. Нам ничего не передать. Двери не открывают. Журнальчики. На звонки не отвечают. Да. Заперлись. Да. Так что, как же нам узнать, как Ванька поживает? Не видно его, не слышно. Чем болеет? Вот они. Мне кажется, никого нет дома, а это заперлась. Да. Ну ладно, пошли туда. Как же так? Продолжение следует.